Со времени переселения мурашей прошло какое-то время. Вот. И давайте посмотрим, что они здесь учудили. Первое. Посмотрите, как они заложили вход. Это же надо. То есть, видно, дырка, вход показался им очень большим. Они наложили здесь каких-то камушков, песочков, и он там, он между двумя пластинками, залезть туда сами не смогли, но натолкали туда какого-то песка, кусочков чего-то. Вот. Скажем так, украсили и обозначили вход. И вот я заметила такую вещь, что один из муравьев всегда тусуется около входа. То есть, вот видите, он как здесь как стоит, так здесь и останется стоять все время. Ну, может быть, там зайдет внутрь, потом вернется, но вот как бы всегда около входа стоит какой-то охранник. То есть видно какая-то фейс-контроль. Наш ты муравей или чужой? Вот. Почему-то бочонок с водичкой им не понравился. Причем очень сильно. Они его вот так вот таким интересным образом забросали камнями, песочком. Видно, слишком сыро там, и водичка им не нужна. И я подозреваю, что когда я смачиваю гипсовый блок, там по стенкам стекает вода, и им хватает. Зернышки они целиком и полностью из вот этой вот баночки вынесли, там вон одно семечко осталось, и сложили вот сюда, рядом с другой баночкой, рядом с большими запасами. Вот, и почему-то по какой-то причине вот в этом углу и сделали мусорку. Мне это не очень нравится, я думаю, чуток еду оттуда отодвинуть в сторону и убрать ракушку, чтобы они ее окончательно не загадили. Вот, потому что это дело мне не нравится. Кстати, чуть-чуть семечко они и отсюда тоже вытащили. Ну вот видите, как сложили, рассортировали. Мак в одну сторону, вот это у нас лен в другую. А там мусор, вон шкурки. Я им давала жука, так получилось. Вот. Ножки, рожки от жука валяются. Ну, в общем, обживаются. Вот он, этот муравей. Он здесь вот постоянно около входа. Это наш охранник. Он такой злющий. Вот. А давайте теперь заглянем туда внутрь. Здесь у нас все в порядке. Ну-ка. А вот она, мамка лежит с расплодом и с мурашами. Натащили семечек. Вот жук, кусок жука лежит убитого. Видно, они его доедают. Давайте попытаемся настроиться. Да. Вот. Здесь у нас всякие семечки. Зачем-то куски они камней натащили. Здесь у нас склад. Вот такой вот интересный. Вход себе сделали хороший. Устелили все камушками. Запас. Вот. Так. Здесь тоже разбросано много. Эти мураши умываются, здесь сидят. Два брата-акробата. Короче, идет нормальная суета, какая полагается. Вот он, маленький новорожденный мураш. Сейчас попытаюсь настроиться, никак не настраиваться. Видите, такой желтенький. Он только-только недавно родился, еще не почернел. Он станет таким же цветом, как его собратья. Черненький, глянцевый, красивенький. Здесь у нас рядом с мамкой лежит пакет яиц. Ну-ка. Жирная личинка. Наверное, это будет муравей-солдат с такими. О, еще один муравейчик новорожденный. Ну, короче, колония наша растет. Мураши плодятся. Единственное, что не могу вам показать солдата. Сейчас пытаюсь найти. Но я думаю, что вот этот вот с большой головой, это как раз и есть муравей-солдат. Да, он очень отличается. Если, например, вот это обычный муравей, то вот это солдат. А это мамка большая. Что-то свет ей не понравился, видно. И она решила убежать. Сказала, ну вас, выключайте свет, я спать хочу. Ладно.
Со жнецами у нас. О, полный исход. Схватили личинку и побежали. Ладно, не буду больше мучить. Только вот чуть-чуть и шприцаем сюда водички, прысну. И все. Больше мучить не буду. Поставлю на место. Со жнецами у нас все в порядке. Вот. Как только они заполнят эти ячейки, будем открывать новые. Я думаю, им это будет, ну, очень интересно. Давайте подождем еще пару неделек и снимем еще одно видео. Посмотрим, сколько у нас на этот раз будет муравьев. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не пропускайте новое видео с витаминкой.